Творческая группа из Югры взяла ТЭФИ за фильм «Победа одна на всех». Впервые картина вышла на экраны в эфире телерадиокомпании «Сургутинтерновости» в октябре прошлого года. Церемония вручения наград состоялась в Москве. Лента иллюстрирует путешествие югорчан на раритетных автомобилях марки «Победа» по России и ближнему зарубежью. Члены экспедиции общаются с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны, показывают историю их глазами. Достойными соперниками югорчан в номинации были волгоградцы и ставропольцы. Но именно документальный фильм «Победа одна на всех» выиграл главный приз всероссийского конкурса телевизионных работ «ТЭФИ. Летопись Победы».